Здорово, братва, сумеем набрать 3176 лайков? Я вас верю. То самое долгожданное обновление, которое мы все вместе с вами ожидали. Так, давайте начнем с самого начала. Вначале я хотел бы поговорить о том, что EA Sports изменили все те карточки игроков, которые перешли в другие клубы. В этом сезоне произошло более 1500 переходов между игроками в различные клубы, а также покупки совершались. Было добавлено более 1800 игроков в эту версию FIFA Mobile. Вы задумайтесь себе, EA Sports провели на самом деле огромное количество времени для того, чтобы добавить вот этих всех новых игроков к нам в игру. Второе, то, что в скором времени нас всех ожидает, это SBC. Наконец-то с большой FIFA к нам переходит определенное событие, которое нас будет радовать. Захватывающий опыт, который сумеет вам помочь стратегически строить различные составы. Строить вы будете это не за бесплатно. В свою очередь, EA Sports обещает нам гарантированные неплохие награды. Так что, друзья, это событие, оно самое долгожданное, которое мы и вправду с вами ждем. Блин, я уверен, что мы от него будем кайфовать, так как у нас появится время на размышления для того, чтобы собрать определенный состав. Это занимает времени, да и уйму интересных событий. Во-первых, мы будем искать по позициям, мы должны будем повысить рейтинг игроков, например, для того, чтобы нас собрался именно тот состав, который там написан в правилах. А самое хорошее и сладкое, когда мы заканчиваем собирать прекрасный состав, который заставляет нас EA Sports, мы получаем определенную награду. Эта награда определенно идет в наш основной клуб. Вот в чем сама прелесть этого действия. Ну и для всех вас такой маленький совет. Если вы играете в лиге, дождитесь того момента, как против вас играет ваш соперник, и после этого только переходите в СБЧ, для того, чтобы просто-напросто не слить очки, да и чтобы вам не забили в тот момент, когда вы собираете состав СБЧ, штук так 60 голов. Будьте бдительны. Третье изменение, так это изменение в лиге. Наконец-то это свершилось. Лиги обнулились, и теперь у нас будет находиться все немного по-иному. Смотрите, начислили всем топ-250 лигам славу в размере 4500, а вот остальным лигам по чуть-чуть, да по чуть-чуть дали. Ну, это не проблема. Вот эти вот лиги, которые сейчас на высоком месте, они в течение будут менять свой ранг. Как это будет происходить? Сейчас будут очки у нас немного по-иному даваться. Игроки не будут получать очки, а будут получать славу. Переходим к меню лиги, смотрим то, что здесь все кардинально поменялось. Кстати, дизайн стал намного ярче, нежели был до этого. Дизайн в чате поменялся, и это стало намного удобнее, нежели что он находится с правой стороны и занимает абсолютно всю вот эту правую сторону. Это неправильно было. Вот сейчас, как они сделали, это намного удобнее. Вот именно награды Дели Али сделали намного удобнее, нежели чем раньше были. Не нужно заходить в компании и там искать награды лиги, а можно просто непринужденно нажать на вот этот вот значочек, там где награды написано, и мы переходим сразу в награды лиги, где мы можем получить за жетончики, например, усиление навыков, либо открыть наборы, а также есть еще свои возможности. Так что, друзья, эти действия стали намного проще, нежели мы делали раньше. За это тоже большой плюс EA Sports. Вот со славой, конечно, еще мы не разобрались, но думаю то, что разработчики EA Sports продумали этот ход до совершенности, так как мы, конечно, с вами обычные пользователи, и мы не можем понять разработчиков, так как у них в голове непонятно, что творится. Хотя, конечно, я понимаю то, что у них творится. Все поменялось, выглядит намного ярче. Например, в турнире можем написать им привет. Привет. И теперь вот так вот наше окошко выглядит. Дальше мы с вами переходим к рынку. А рынок стал намного удобнее. Вот скажу честно, намного удобнее. Вот так вот нужно было с самого начала здесь. Я не знаю, что EA Sports так долго тянули. Но пипец, блин, меня выбешивало. Вот, например, я заполняю стоимость игрока, за которую я его хочу продать. И была одна фигня, которая меня бесила. Можно было прогадать, один нолик совершенно случайно взять и забыть поставить. И продаем мы игрока, например, не за 10 миллионов монет, а за 1 миллион монет. И, грубо говоря, мы минуснулись. Что за хрень была? Вот сейчас все сделали красиво, комфортненько. И сейчас есть такой маленький разделитель в виде пробела, когда мы вписываем ту сумму, за которую хотим продать игрока, либо приобрести. Давайте, один. И мы можем заметить то, что у нас сейчас есть такой вот пробел, которого вот реально не хватало до этого. Я не могу понять, с чем связана та нехватка, которая была до этого, но вот сейчас они справились и сделали правильное решение. Переходим к выбору команды и заметили то, что стало намного больше различных лиг. И теперь у нас есть возможности, например, арабскую лигу выбрать, либо какую-то еще.
Даже кумиры появились, хотя, конечно, они еще не обновлены. Красиво, все ясно, доступно, без ничего лишнего. Самое основное, то, чего каждый из вас ждал. Появились, наконец-то, страны, так как раньше мы не могли найти определенного игрока, которого мы хотим, выпадали все игроки. И теперь у нас есть возможность крафтить игроков намного легче. Того самого кумира намного легче, нежели делали до этого. Потому что постоянно все искали эти списки игроков, которые нам нужны. Это было очень бесяво, так как, ну, какого хрена мы должны заходить на различные сайты, чтобы найти тех игроков, которые нам нужны для того, чтобы скрафтить кумира. Ну, это пипец какой-то, e-sports. Раньше было непонятно что. Сейчас они исправили это событие. Кстати, у нас на рынке теперь еще появится усиление навыков. Пятое, режим атаки. Что мне здесь понравилось? Так это то, что за победы мы будем получать определенные жетончики. И как только мы наберем определенную сумму жетончиков, то мы сможем получить награду за то, что мы играем в режиме атаки. Так как раньше мы особо никаких наград не получали. А сейчас у нас появится интерес играть больше времени в режиме атаки. Так как за это мы можем получить награды, а именно усиление навыков и монеты. Это очень уж неплохие награды, так как вы сами понимаете, то что усиление навыков дает нам возможность повышать рейтинг наших игроков. Ну и соответственно рейтинг нашего всего состава будет повышаться со временем. Но еще одну очень интересную функцию придумали eSports для того, чтобы мы не скормили нашего игрока случайным образом другому игроку. Вот теперь у нас есть вот такой вот переходик маленький, там где мы закрываем нашего игрока. И у нас появляется рядом с ним значок о том, что этот игрок заблокирован и мы его не сможем скормить другому игроку. Вот это очень правильное решение от eSports. Вот мы поставили например на позицию нападающего одного игрока с рейтингом 91. И у нас также есть Абуби Боба в составе. И мы хотим его скормить. Например, этому игроку с рейтингом 91. Мы нажимаем вот сюда вот. И как раз здесь показывается та экономия, которую мы получим во время кормежки этого игрока. А это огромный плюс, так как eSports наконец-то начали хоть как-то о нас заботиться. Так как раньше мы без толку тратили постоянно монеты на кормеж игроков друг другу. А теперь, если у вас высокий рейтинг вашего игрока, то вы экономите значительную сумму при кормежке игрока с менее высоким рейтингом. За это огромное, огромнейшее спасибо вам, eSports. Вот эта вот функция каждому из нас пригодится. Вот вы, друзья, возьмите сейчас и напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего из обновлений. Может быть, что-то я пропустил, напишите об этом, скажите мне, что я пропустил, что вам больше всего понравилось, что вам больше всего запомнилось. Да и какие пожелания у вас есть к eSports для того, чтобы они улучшили нашу любимую игру. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить здесь огромные лайки, так как каждый ваш лайк и вправду влияет на продвижение моего канала. С вами был, как всегда, ваш Влад Капуста, и до скорых встреч, всем пока!